С возвращением, дорогие дамы и господа. Европейский ЛСС. Полуфиналы. Третий матч. Пока что счет 1-1 между Unicorns of Love и G2. И третья игра станет очень важной, потому что она приведет одну из команд к матчпоинту. К матчпоинту, но хотя здесь пока что все неоднозначно. И действительно непонятно, какая из команд выглядит на данный момент сильнее. Потому что обе команды хорошо драфтят, хорошо проводят свои драфты, и они понимают, чем они хотят играть. Самое главное, они знают, как реализовывать разные заготовки. Поэтому здесь пока что и G2 могут показать нам что-нибудь новенькое. В прошлый раз их перекатили связкой Shen, Kassadin плюс Taric. Сейчас же мы видим, Kassadin находится в бане, но Shen точно так же достается Юолам. Да, но мы видели, как Vizicsacsi... Проблемы против Гнара сохраняются, даже несмотря на то, что он уже с Гангпланка пересел на Шена. Хотя нет, на Гангпланке играл как раз-таки Expect в первой игре, Vizicsacsi был на Гнаре. Ну и не хотят они просто допускать связки Гангпланк плюс Джин, которая в первой игре для G2 выиграла ее. Ну и вновь G2 забирают себе просто Сивир плюс Rek'Sai. Да. В приоритете, естественно, Rek'Sai для G2. Как вчера и для H2K, находится на первом месте. Хотя вот для меня это не совсем понятно. Все-таки я считаю, что Gragas — это чемпион, который, ну, которого нельзя ставить как-то позади Rek'Sai. И приоритизировать ее в каждом матче на... Ну, для каждой команды все работает по-своему. Здесь, скорее всего, Юолы вновь пойдут по той же схеме, которая для них работала. То есть Gragas, Lucian плюс Taric будет. Ну и мидлейнера для Exileh будут добирать какого-то. Как мы видим, кстати, и Ryze у нас не уходит из банфазы, потому что Exileh наравне с Бетси и с Фоксом. Фокс тоже играл на Ryze, вот после того, как его реворкнули. Это три мидера, которые умеют его реализовывать. Да, и Ryze, кстати, вопреки многим утверждениям, что он слабый. На самом деле это чемпион, который просто уничтожает все в пух и прах. И у него есть огромный потенциал. И Taliyah забирается для Перкса на мидлейн. Ну, плюс Гнар на топ. Ну, Гнар в прошлой игре очень многое делал для G2, но тем не менее не стал той движущей силой, которая бы привела команду к победе. В этот раз все-таки будет попроще, потому что уже Kassadina не будет. LeBlanc там подсияла слегка от Юолов. Не уверен я, что это будет ЛБ. Достаточно опасный пик против Taliyah. Да, потому что когда ты кастуешь дисторшн, и если ты попадаешь на гробики Taliyah, то ты получаешь очень много урона себе в лицо. Да, потом ты не можешь вернуться обратно в дисторшене, делать дисторшн-бэк, потому что там Taliyah уже готовит свою вешечку против тебя. Ну, это все-таки матчап по аутплею. Точно так же, как и вчера мы видели... Тоже очень интересный матчап в виде, ну, именно на американской сцене Дженсона против мидлейнера команды Immortals Побелтера, когда мы видели Синдру против ЛБ. Там тоже было очень классно за этим понаблюдать. Да, и Taric забирается вновь для команды Unicorns of Love. И ответ от G2. Ответочка здесь заезжает в виде Сараки. Сараку я уже, если честно, достаточно давно не видел на профессиональной сцене. Классный герой. Герой, естественно, сильный, особенно с учетом лейн-фазы. На лейн-фазе она очень и очень противна. Но, правда, стоит учитывать то, что пик достаточно немобильный. И такие персонажи, как связки Taric плюс Lucian, при заходе своего лесника могут наказывать ее серьезненько. Самое неприятное для Сараки, пожалуй, то, что есть чемпионы, которые могут вот с помощью дисплейсмента, например, Gragas, эту Сараку, ну, просто выбить ее позиционирование, и Сарака уже к нормальной позиции может не вернуться. Плюс есть LeBlanc, который может эту Сараку заассасинейтить. Сори. Ну, может ее убить без проблем, то есть... Зайти как-то, опять же, в бэклайн, да, там... Здесь даже не ЛБ, наверное, большая проблема, а вот именно связкой через Тарика, Gragas, тот же таунт-флэш от Шена могут стать опасным оружием против Сараки. Но очень многое зависит от того, как лейн-фаза пойдет. Если на этот раз G2 смогут ее выстоять, если они не допустят того, чтобы Юолы начали бы давить их, продавливать, то, мне кажется, у G2 все будет в этой игре получше. Тем не менее... Будет очень интересно посмотреть, как именно Перкс играет на Taliyah, потому что он один из сильнейших мидлейнеров в Европе. И если Рю этого персонажа очень классно реализовал, теперь осталось уже Перксу себя проявить. Посмотрим. Мы сегодня увидим очередную классную Талию от европейского мидленера, дорогие дамы и господа. Мы переходим в игру противостояния Unicorns of Love против G2. Счет 1-1. Все только начинается в этом дичайшем противостоянии. Погнали. Теперь мы наблюдаем, точнее, как команда играет уже полноценное БО3. Надо оставить все сомнения позади. То, что не получалось, то не получалось. И, естественно, уже надо просто завоевать 2 победы для каждой из команд. Кстати, Лебланка вот против, как раз, точнее, наоборот, Сарака, пик против Лебланки, очень неплохая за счет сайленса, который может кинуть Сарака в ту точку, куда прыгает и дисторшен, и Лебланк. Лебланки полностью завязываются руки, потому что она не может не прыгнуть назад дисторшеном, она не может дать свои касты, и потенциал Лебланки, вот этот момент, когда она может дать свой успешный прокаст, он просто пропадает. Ну да, против ЛБ сам по себе пик Сараки хорош, да и к тому же, если до Сараки у ЛБ не получается добраться, она пытается забурстить какую-то цель, то Сарака тут как тут и может ее спасти, как и с помощью ультимейта, так и с помощью постоянного восстановления здоровья, с помощью своих хилов. Да, мне очень интересно, в какую атомизацию пойдет Мити, потому что, ну, много разных сборок на Сараку можно было увидеть. Наверное, самое популярное — это все-таки через монетку выход в вардилку как раз-таки желтую. Быструю, потому что она дает очень много регенерации здоровья, что для Сараки крайне важно. Перк с самого начала линию хочет запушивать, чтобы да. ЛБ не могла пытаться здесь никак трейдиться, чтобы не пыталась навешивать именно свои постоянные прокасты по этой Талии, ну и тратила ее на то, чтобы фармить миньонов. Пожалуй, классическая стратегия, когда ты играешь за мага против ассасина, ты пытаешься его запушить. Особенно против ЛБ. Да. Ну, то есть и ЛБ всегда будет, естественно, выбирать, что и делать. То есть трейдиться с тобой или все-таки добивать крипчиков. Ну и Звен тут вместе с Мити пытается подраться. Очень хороший левел 1 у Юникорнов здесь получается, потому что нету хила у Сараки. Она на первом левеле взяла. Ну, в итоге, я даже не знаю, здесь, по-моему, да. Сарака в соло смогла раздамажить посильнее, чем это бы сделали бы Юолы. Да, ну Юолы здесь, да. Перксу надо аккуратнее быть. Проиграли. Сарака, он так... Сарака такой персонаж неоднозначный, то есть ты такой думаешь, ну, вроде Сарака левел 1, там нет хила, мы можем что-то попробовать, а Сарака просто своими кушками закидывает, замедление дает, сама себя регенерирует, то есть если ты фокусишь Сараку, то у нее ускоренный мувспид, когда если она попадает с Q, ой-ой-ой, Мити, хил прожимает сразу же Звен, не жалеет, замедление проходит по Хулисангу, продолжают бить Юолов G2. Саммонеры уже некоторые G2 потеряли, а вот у Юола все еще есть и хил, все еще есть игнайт, поэтому... Если all-in они будут проводить со своим лесником, то, скорее всего, G2 могут поплатиться. Но пока что G2 находится именно на полном здоровье, и на линии для них сейчас будут некоторые проблемы появляться. Да, и, кстати, еще чем хороша Сарака против вот таких энгейджей. Грагас заезжает своим бодислэмом, Сарака тут же кидает ему под ноги сало, он не может дать свой ультимейт, и союзник Сараки может просто среагировать на это. Кстати, может... кто-то умереть здесь. Экспект, например, да. Визичач его практически добивает, но ХП не хватает дэмэджа, естественно, Шену. Посмотрим, что будет, потому что Шен может развернуться. Экспект получает 4-й уровень очень вовремя. Здесь надо быть аккуратнее со следующим таунтом. Визичач может здесь Экспекта наказать. Есть флэш. Пока. Такой сложный механический момент, когда в теории Шен может, но там много крипов, и Шен рискует умереть сам, даже если вдруг убьет Экспекта, а может и не убить. То есть тут лучше Шену отступить и просто зафармить ту большую пачку миньонов, так как он выйдет вперед по фарму. Что-то Веритас не очень хорошо сдал свою Ешку, в итоге получил и кушку от Сараки, и бумеранг от Звена, и автоатаку от Звена, поэтому придется возвращаться сейчас на базу, потому что если они будут оставаться на маленьком количестве здоровья постоянно на этой линии, то преимущество в пользу Звена и Мити будет постоянно увеличиваться. Да, чем еще хороша Сарака, она помогает именно запушивать линию на ранних уровнях за счет своей Q. Перкс, кстати, уже успел вернуться на базу 1 раз. У него появляется уже Негатрон, да, за счет которого магического... сопротивление у него становится побольше, и Экзайлу будет посложнее его убить. Перкс, очень плохо все может здесь закончиться для этой Талии. Мув уже бьет ее, подходит Трик. Лебланки нет рядом, подходит только сейчас Экзайл. У него еще нет 6-го, и из мува бьет флэш. Непонятно, почему Мув первоначально не пошел уже с бодислэмом по Талии, чтобы ее просадить как можно сильнее. Ждал момента, когда Экзайл подойдет, но тем не менее в итоге саммонеры выбивают важный... именно из мува, а не из Перкса. Да. Такой момент, конечно, крайне неприятен. На бот-лейне продолжается давление от Сивир Сараки, но полностью реализует свой сетап. Сивир Сарака, по сути, их задача постоянно запушивать и по максимуму поукать AD Керри, который пытается фармить под тавером. То это и происходит. Почти в любых матчапах Сарака она становится очень сильной на боте, и в чистом 2 на 2 без приходов лесника она с множеством AD Керри действительно доминирует эту линию. Оу. А вот это неприятно. Да, и здесь подходит Сарака на помощь Звену. Могут развернуться, чуть-чуть G2 еще побить игроков Unicorns of Love. Не бэкался все еще Люциан. Expect. Кстати, очень больно Expect у Визичачи накидывает. Тот самый момент, когда мини-форма для тебя сильнее. Да. О, Мити может умереть сейчас, потому что стан пройдет Хулисанга с Веритасом. Трик подходит, и это спасает Мити, потому что боди-слайм муву попадает в Рексай. Очень неплохо для G2. Ну, в итоге два флеша сейчас были потеряны со стороны Unicorns of Love, а вот G2 ничего с этого не потеряли. Да, здесь Перкс дерется с Эксайлихом. Хороший урон пошел по Перксу, но этого недостаточно. Тут будет Визичачи. Врывается сюда, и Перкс вынужден отдать свой флеш. Посмотрим, уйдет ли он. И через 4 секунды будет Ethereal Chains. Еще есть Сиджелов Мелис. С флеша играет Визичачи своим таунтом. Перкс все еще живет. Урона просто не хватает Юолом, но в итоге они все-таки доковыряли эту Талию. Но подходит Трик с Экспектом. Они, скорее всего, добьют Визичачи. Нету просто уже опций у этого Шена, чтобы уйти. Ну и размен 1 в 1. Размен 1 в 1. И я не скажу то, что он именно выгоден для Unicorns of Love, потому что сейчас Expect получает убийство. И мы уже видели, что происходит с Шеном и практически с любым матчапом, когда Гнар выходит вперед. Да, к сожалению, как раз-таки для текущей меты, для, наверное, мидеров, текущей меты, вот, как раз момент, где Exileh дал фулл проказ, то есть все касты, все вообще было дано здесь в Перкса, но при этом... Здесь первоначально, если бы Exileh потратил бы свой флэш в тот момент, когда Перкс давал свой контроль, то они бы его убили гораздо быстрее, и Визичачи бы не погиб. Но из-за того, что они так долго чейзили, здесь, конечно, Визичачи вынужден был потратить свой флэш, и его за это наказали. С приходом Трика и Экспекта убийство получает для себя и G2. Да, могли не чейзить, могли просто выбить из Перкса флэш и спокойненько отступить, там, запушить, получить крипчиков, а не умирать в итоге. Они его могли достаточно просто убить, если бы Exileh тогда на миде потратил бы свой флэш. Не пожадничал. Не пожадничал, да, и тогда бы никто бы на помощь, естественно, подойти не успел бы. Да и Визичачи бы сохранил свой флэш. Да. Ну, могли просто на порядок лучше разыграть Юолы, но в итоге получилось, что получилось. И вот как раз то, что мы с тобой обсуждали, к сожалению, для мидлейнеров и для топ-лейнеров, я даже не знаю для кого, к сожалению, что мидер, то есть LeBlanc, получив вот этот First Blood, далеко не факт, что она его сейчас может активно реализовать против Талии как раз-таки. А вот Гнар свой килл, который он получил против Шена, реализовать, скорее всего, сможет. Правда, по фарму он проседает, и Expect собирается через 2 Дарана. Видимо, бэк не особо удачный у него был. Да. Поэтому будет уже больше нацелен на реализацию лейнфазы. Exileh хочет застилить синий баф. G2. Понимает все прекрасно Трик с Перксом. Ставится вард, и синий баф получает команда G2 Перкс. Трик, кстати, вновь идет первым предметом через Сайдстоун, в дальнейшем в испепелитель. Да, ну, кстати, тут решение, наверное, неплохое. Ему нужно будет создавать фронтлейн для своей команды. Плюс, здесь намного важнее, чтобы его ЛБ не убивало очень быстро. А Expect, похоже, сейчас умрет. Потому что он не знает о том, что Exileh подходит сюда. Только сейчас увидел, ему нужно сдавать флеш, но у него нет флеша-то. Expect умрет. Очень легкое убийство для Unicorns of Love. Не почувствовали момент, когда ЛБ побежала на ганг. Не стоит варда около мидлейна рядом с красным бафом в буше, потому что решили не создавать такой прям основательный вижн-контроль против роумища LeBlanc. Это хороший момент от Exileh, потому что первоначально он отвлек внимание на себя, когда Перкс вместе с Триком пытались забрать синий баф, и потом сразу же побежал помогать своему топеру, чтобы реализовать убийство. Ульта пошла от Веритаса, но неудачный стан был здесь. Exileh вместе с Визичачи подходит сюда, играет по G2. Мити в опасности, его выкидывает как раз-таки Грага. Сейчас Сарака пытается выфлешнуться и убежать. Неплохая разыгровка здесь пойдет от Юолов. Скорее всего, они смогут прикончить кого-то из G2. Возможно, Мити, возможно. А может, Мити получится задынается об вышку. Скорее всего, кстати, Мити все еще уходит. Exileh, ну, Exileh почти, по-моему, готов. А нет, еще не готов его мимик. Мити продолжает бежать. Под Т3 Сала кинул. Exileh Мити, да он умрет! Заденаил себя об вышку. Мити, класс! И Мити еще вздохнул просто в конце. Да, все-таки повезло, потому что такие моменты рассчитать действительно сложно. И убийства никакого юолы не получили на боте, с учетом того, что они туда заолынились, и телепорты также были потрачены. Мити круто сыграл этот флеш через эту огромную стену. После того, как он был выброшен бочкой Грагаса, то есть... Тут и экзост вовремя был, и сайленс. Вообще во всех аспектах Мити, конечно, отыграл это командное сражение очень и очень круто. С учетом того, что стена пряхи уже не позволяла команде G2 как-то ввязаться в драку, то стоило ждать только того, что в Мити получится задынается. И вот знаешь, как раз тут прокнуло вот это ускорение, которое получает Сарака с Q, когда попадает по цели и бежит от противника. Смогла Сарака здесь уйти от Лебланки и умереть об вышку. Разница по фарму на миде увеличивается в пользу Талии. Да. Ну вот, опять же, да, время, которое потратила Лебланка, бегая за Саракой, в это время Талия просто подфармила, все игроки G2 вернулись на свои позиции и смогли там чуть по времени выиграть. Только на этот раз матчап уже Гнара против Шена не настолько хорош для Гнара, потому что уже получилось его убить один раз. Зайл вынужден сфлешнуться здесь, хотя у него уже, по-моему, там мимик был готов, но дисторшн... Нельзя было рисковать, потому что если бы он пытался бы использовать дисторшн, то Трик с флеша мог бы ему его сбить. Тогда бы он 100% погиб. И это совсем не то, что хочет Лебланка на мидлейне, потому что герой, который предпочитает всегда находиться в преимуществе над своим соперником. Иначе ей очень тяжело себя реализовать. Ну, Визичачи скоро появится Sunfire. Sunfire ношение против Гнара, еще и Нинджа Таби у Шена тоже есть. С учетом того, что у Гнара только-только делается черная секира, он первым предметом идет не через Frozen Mallet, поэтому Экспекту будет на этой линии какое-то время посложнее себя реализовать. Ему надо будет дополнительная пачка фарма, может быть, либо же ганг от Трика, чтобы вышку забрать, потом взять точно так же Герольда, как это было в прошлой игре, и тогда, естественно, Экспект сможет его продавливать намного сильнее. Да, снова фейсчек. Да. Фейсчек от Перкса, замедление проходит, пытается Перкс избежать смерти, флешится очень вовремя, кстати говоря, Эфириал Чейнс от Exileh не попадает, и в итоге Перкс, отдав два суммонера, выживает. Когда... На базу он не собирается пока возвращаться, будет отпушивать линию, чтобы вышка на миде не пострадала. На самом деле, насколько много дает Негатрон, когда против тебя мидер плюс Несник, оба мага. Ты просто можешь очень много дэмэджа донаить за счет этого Негатрона. Как же больно здесь Гнару. Не получается у Экспекта пока задоминировать над этим Шеном. Шен опережает по фарму Гнара на 15 крипов. Совсем не то, чего мы ожидали, наверное, в этом матчапе. И Визичач играет с флеша, подходит Exile. Превосходная игра от Unicorns of Love. Ну, когда ЛБ реализует так на карте, тогда ты понимаешь, зачем этот пик был взят. И юолы очень правильно понимают, вот в каждой абсолютной игре те персонажи, которые они берут, они знают, что с ними надо делать. А это достойно восхищения. Да, Трик заходит на Визичачи, пытается по нему разыграть. Вышка, по-моему, его била. Трик затанкованный, и убить его быстро не получится. Вот здесь как раз-таки играет важную роль то, что он первым предметом пошел не в Тиамат. Так бы его можно было убить. Но, кстати, он помимо Синдерхалка еще и в Сайдстоун идет. Exileh пока что перероумливает целиком и полностью Перкса. Да, хотя это... Ну, это ЛБ. ЛБ также очень мобильный персонаж. Он не такая мобильная, как Талис в своем ультимейте. Не скажи, не-не-не. ЛБ зато не только с ультимейта может роумить. ЛБ, просто передвигаясь по карте, играя через определенных персонажей, у которых есть контроль, конечно, почти всегда может реализовать это в убийство. Просто скорее как раз вот в текущем матчапе это проще сделать, потому что Шена ты закрывай, здесь не закрывай. Нет возможности бегать куда-то на бота. Сейчас мув заходит. Ультимейт Визичачи идет, очень хорошо разыгрывается момент. Мити отходит флешом, и бочка и мува не попадает по Сараке. Как же много делает Мити со Звеном, потому что... Тем временем Перкс. Сори. На ботлейне Тарик использовал свой ультимейт. Грагас уже упал. Пытаются разбить Хулисанга с Визичачи. Еще автоатака нужна от Экспекта. Хулисан практически падает. Вау! Какая ульта у Гнара по троим игрокам Unicorns of Love. Сейчас может умереть еще Визичачи. Экзалик появляется. И Мити сразу же засунул Ласайленс. Экзалик не смог раздамажиться. Его могут убить. Подкидывание от Трика. Экзайл сейчас умрет. Шатдаун в пользу Экспекта. И это размен 4 в 1. При том, что Перкс умер на мидлейне. Еще и вышечка сейчас упадет в пользу G2. Это первая вышка. Как такое происходит? Тем более Expect, он действительно гениально здесь отыграл. Этот стан в 3 цели под вышкой они смогли реализовать в дайв, где убивают абсолютно всех. И тот самый дом, который в конце летел на предугадание и на дисторжен Exileh вперед, также достигает цели. В итоге сейчас Expect реабилитируется на линии, даже с учетом того, что счет у него был 1-2-1, становится 3-2. Точнее, 1-2-0. Ой, Визичачи встревает. Митя не рассчитал. Он просто бэки сбил. Здесь, по сути-то, он и не встрял. Продолжать драку нельзя было из-за того, что ни саммонеров, ни маны здесь уже не оставалось. Ну да. Но Мити своим Q еще не попал, чтобы замедлить. В любом случае, на самом деле, бот-лейн G2 в этой игре сияет очень-очень ярко. И как раз-таки то, как Экспект пришел на бот-лейн и как ему удалось всю эту связку в сумме реализовать, это было супер круто. Мув легонько просто побежал вперед. За счет сайленса не смог дать хорошую бочку первоначально. Мити хорошим сайдстепом смог предугадать, куда мув кинет свою бочку. И уже когда команда Unicorns of Love была вынуждена отступать, когда в них вцепился Гнар и Рексай, конечно, стало все очень плохо. Но и здесь отличный просто ультимейт от Экспекта. В 2 цели влетел еще впоследствии стан, который позволил забрать 2 персонажей. Но Exileh попадается на сайленс от Мити, ловит рут, и за счет отсутствия своего флеша уже не было возможности у него отсюда уйти. Мити очень круто играет этот матч. Мити здесь, кстати, чуть не погиб. Экзост влепил по Экзайлу вовремя. Ой-ой-ой, из Вента может умереть. Использует сразу свой ультимейт. Экзайл старается уйти. Флэш был через стену от Экзайла. Ого, Перкс не хочет отпускать эту Лебланку ни разу, он сам может погибнуть. И маны у него не так-то много, чтобы здесь продолжать драку. Неплохо разыграл по Хулисангу, но здесь риски очень высокие достаточно. Ну, Мити здесь подхиливает, бегает как угорелый. Да. Потому что персонажи на маленьком количестве здоровья. Экспекту придется сейчас возвращаться к своей команде, телепорта у него нет. И потерять вышку на боте ни в коем случае нельзя. Да, это Сарака 9-1-1. Вызывайте. Летает по всей карте. Как мигалка такая прям. Кстати, в этом скине, по-моему, как раз есть звук. Да-да-да. Характерный. Да-да-да. Ну что ж, фармит Гнар на бот-лейне, имеет отставание по 20 крипов, тем не менее, за счет киллов он вровень идет с Шеном. Ну и к тому же он участвовал в ФБ-вышке. Хотя не, по-моему, Звен ее забрал всю себе, поэтому да, там сейчас у Звена ситуация вообще очень хорошая. Он ни разу не умирал, у него 4 ассиста, ФБ вышки, и по фарму он лидирует на 30 миньонов. Это означает то, что, конечно, он будет... Он гораздо раньше раскроется. Опережать по итемизации Люциана. И, кстати, Люциан в этой игре пошел в другие предметы. Пошел через Essence River, дальше уже Phantom Dancer. Essence River, Phantom, итемизация на Люциане позабытая тоже, по-моему. На Essence River... Почему? Вчера... Форгивен ее собирал. Ну да, и кстати, Форгивен. В той игре, в которой собирал, он ее выиграл. А последнюю игру, которую H2K уже играли, когда у Форгивена был Люциан, у них там игра уже просто не пошла. Ну, по-моему, вообще через Инфин играл в том матче, если не ошибаюсь. Может и нет, не помню. Сборки его вчерашний. Но все равно. Старый добрый надо. Грань бесконечности, да. Тройственный союз. И такой смотришь на свои 2 слота к 30-й минуте. И думаешь, эх, сейчас бы что-нибудь полезное закупить. Экспект выкидывает Визичачи, разыгрывает всю комбинацию скиллов. Но всем урона немного-немного, и здесь Визичачи может убить Экспекта! Вот тот самый момент, о котором мы и говорили, когда опережает по левелам Шен, и когда у него есть какая-то ответная итемизация, то Гнара в 1 на 1 он может и задуэлить. Здесь так и выходит, потому что у Визичачи на 2 уровня было повыше. Но ошибается Экспект. Если сравнить с прошлой игрой, тогда у Экспекта был 15 уровень на 13 Визичачи. Сейчас у Визичачи 13 на 11 Экспекта. Это огромная разница. Да. И справиться с этим очень сложно. Этот мув играет по Мити. Ультимейт пошел от Тарика. Мити Сало кидает по Веритасу. Здесь хороший момент. Сможет ли Мити выжить? Старается держаться. Визичачи его бьет активно. Игнайт был использован. Мити живет. Все еще. Это Сарака убежала. И дальше играют G2 уже по команде Unicorns of Love. Холюсанг падает. Визичачи уходит таунтом через стену. Ультимейт прошел от Талии. По Веритасу пошел прокаст от Перкса. Хилл спасает Веритаса, но с флеша разыгрывает Перкс этот момент до конца. Exileh где-то нашел еще и Звена. Смог с ним расправиться. Expect. Замедление нужно здесь положить. Обязательно либо стан. Exileh хорошо кидает свой Ethereal Chain. Замедление дало возможность уйти в Визичачи. Ну и здесь, да, уже ничего не получится сделать у Гнара вместе с Rek'Sai. Поэтому драка проходит по итогам 2 в 1. Холюсанг еще также отъехал. Его забрал Звен в драке. Да, счет-то 7-6 уже на 21 минуте. Команды дерутся. Да, нон-стоп. Нон-стоп драки — то, что мы любим. Всегда. Долой скучные игры со свапами. Долой. Долой. Какие стратегии? Просто бьем лица. О, Exileh использует свой телепорт, и чье-то лицо сейчас будет явно разбито. Да, бедный Перкс просто втроем зажимают и уничтожают. Аннигилировали молодую звезду европейской сцены. Вот любят юникорны давить. Они пытаются постоянно это реализовывать. Но Веритас сейчас был в плохой позиции. Он не смог поддержать Визичачи, за счет чего Мити выжил. Ну а Сарака даже на таком маленьком количестве здоровья постоянно может подхиливать и помогать своей команде. Ну и здесь уже в дальнейшем, когда с учетом того, что Йолу вышку забрали, драку они выиграть, конечно, не могли. Ну и Перксу пришлось потратить свой флеш, чтобы добить АДКР команды Unicorns of Love. Да, там круто разыграл Exileh. В этот момент Звен стоял около стены, и из ноу-вижена LeBlanc просто фулл прокаст залила в Звена, и это Сивир испарилась моментально. Ну, у Звена, тем не менее, ситуация хуже не становится. Фантом Денсер у него уже появляется. Мити, кстати, играет... Вот сейчас очень популярно собирать это... Refillable. Potion называется, да, по-моему, восполняемое зелье, которое имеет два заряда и восполняется при бэке. О, Exileh здесь поймали, используют Визичачи свой ультимейт на него, и это дает возможность Exileh выжить. Ну, Веритас теперь еще ловит прокасты от Перкса. Да, Веритасу как бы не умереть здесь. Ультимейт пошел от Перкса. Здесь очень сильно Холюсанга ловит. Ой, мув хорошо сыграл, но Звен сблокировал бочку Грагаса. Забегать слишком глубоко опасно, правда, там это может Expect помочь, но у Expect не так много здоровья. Надо к своей команде прийти, чтобы Мити его подхилил. Стоит инфернальный дракон. Какой инфернальный дракон? Убивать! Убивать! Вперед! Первый дракон был как раз-таки у нас океанический. Его G2 успели забрать, но да, этого... И G2 забирает второго дракона для себя, инфернального. Очень много, кстати, инфернальных драконов пока что за 3 игры. Вылетает в этом противостоянии. Игра, по-моему, сама чувствует, когда команды хотят драться. Драться, сражаться. Естественно, те самые огненные драконы работают намного эффективнее. Да, 23 минута на таймере, а Виолы уже штурмуют Т2 вышку на миде. И делают достаточно активно. Rek'Sai использовал свой ультимейт. Хотят поиграть. Мув. Надо быть очень осторожными, но у Холюсанга есть ультимейт, так что у Йолы могут вообще на развороте, если что, поиграть. Здоровья не так много у Мува остается. За счет ультимейта Сивир вот этот разворот можно слегка задоджить и время выиграть. Да, Веритас споет свой ультимейт, Трика. Немножко подцепили, Сайленс был, Exileh в него попадает. G2 играют, подкидывание по двоим, с флеша от здесь Expect может сыграть своим ультимейтом, откидывает Визичачи не очень удачно, умирает Гнар слишком быстро, G2 сейчас потерялись, слишком мощно их разбивает команда Unicorns of Love. Минус Сарака, минус Талия, Трик единственный выживший, удалось все-таки забрать Тарика, но это совершенно не то, что здесь нужно, хотя даблкилл в итоге получила Талия, забрав еще Грагаса, размен 4 в 2 в пользу команды Unicorns of Love. 4 в 2, и мне кажется, в следующей игре Тарика просто будут банить, потому что именно Тарик не позволяет G2 постоянно проводить драки так, как они хотят. Действительно, этот пик мешается намного сильнее, чем любой другой сейчас в командном сражении. Да уж. Ну, как бы... очень много факторов, на самом деле. И сами G2 сыграли не очень удачно, честно говоря. И Expect там не так немножко дал свой ультимейт. И... Они, наверное, недооценили возможности свои, потому что они планировали убить Хулисанга ровно до того момента, пока у него оставался ультимейт. Но за счет вот этого стана он выиграл для своей команды 1,5 секунды, и в дальнейшем ультимейт смог уже влететь. И здесь полное мясо начинается, в котором, конечно, здесь G2 уже все попадали. Да, на мяско единорогов слегка. Ой, наоборот. Единороги. Вместе единорогов. По золоту, правда, G2 все еще лидирует. Но лидирует не сильно. Мы видим, что 5 на 5 полным не так-то у них все хорошо. У ЛБ, кстати, 5-1-3. Даблкилл смог оформить Exile, за счет чего вскоре у него появится еще и Voidstaff. Да, не всегда видишь, как в подобных играх LeBlanc себя может реализовать. Но Exileh четко чувствует, что он должен делать и как ему себя показать в командных сражениях в такой ситуации. Идет ультимейт от Перкса. Посмотрим, к чему это приведет. Веритас немножко аутпозиционирован, но поймать его пока никто не может. Возможно, Т1 вышку на мидлейне снимут, так как Люциан вне позиции вообще абсолютно. Мов здесь достаточно много здоровья потерял. Звен прожимает свой ультимейт, и Vizicsacsi также лишился ульты. Несмотря на то, что драка предыдущая Юолами была выиграна очень сильно, G2 впереди по золоту на 1000. Потому что, в принципе, они сейчас смогли забрать вышку, и то самое... Трик, мув. Отставание. Инициацию дал хорошую, тут сайленс был от Сараки, откидывает игроков G2 мув, при этом Звен опять поймал хорошо этот Splyce Spellshield, Свдайлик. Exileh как бы не умереть, ему здесь эфирил чейн прожатый. Exileh уходит с флеша, пытается избежать смерти. Expect, Frozen малит, прокает Трик. Exileh умирает. Все-таки LeBlanc минус мув. Тем временем с Веритасом разыгрывает по Перксу. Момент выкидывает Taliyah Люциана. Прекрасно сыграно Перксом. Это обеспечило еще одним киллом команду G2. Размен-то 3-0 получился. G2 продолжает бить. Expect здесь может забрать Vizicsacsi. Это то, что нужно сделать, но... Странная анимация от Гнара была, и Vizicsacsi все-таки выживает. Это барон. Это барон. И драка крутая от G2 получилась, потому что Юолы не были сгруплены первоначально, чтобы Хулисанг смог дать хороший ультимейт. А когда цели в разных частях карты находятся, здесь и Exileh в принципе подставился, потому что он влетел под Гнара, вынужден был уже потратить свой флэш, и в дальнейшем его зачейзили. И с помощью смайта Трик его забрал. Если бы Exileh выжил, то, может быть, драка совершенно иначе бы здесь прошла. Барон в пользу G2. Серьезный аргумент для G2 Esports. С ним они могут сделать... Трик вновь в себя впитал много урона, но пока били Трика и снесли ему 1/5 здоровья, в тот момент Звен мог очень сильно раздамаживаться по муву. И, получается, Хулисанг использовал свой ультимейт тогда, когда его команда отступала, а не собиралась принимать драку. И Exileh остался один, за счет чего с ним очень быстро разобрались. Все-таки Rek'Sai и Gnar — это достаточно мобильные пики, которые могут... в принципе, даже догнать ЛБ, что у них и получилось, даже с учетом прожатых флешей. Да, счет 12-11 в пользу G2. По киллам, пускай разница небольшая вообще, но золото. Самое главное — это золото. А G2 ведут на 6000. Скорее важнее сейчас объекты. Т2 вышки все стоят. Вот их-то G2 и должны успеть забрать. Надо время зря не тратить, но... G2 хотят сделать 1-3-1, то есть за этого на шоры они хотят забрать 3 вышки Т2. До Т3. 2, потому что да, одно... 2-2-2, да, Expect же на боте успел спилить. Спилил. Ну, мне кажется, просто 1+4 здесь для них было бы выгоднее, чем... Ну, либо вот такие ротационные запушивающие волны, с помощью которых они должны забрать вышки. Просто если с этим будут Юолы справляться, то этот нашор может уйти в молоко, и... Какое-то большее преимущество здесь. Перк сбивает туннель Трику, в итоге не может присоединиться сейчас к своей команде. Трик такой, ну ладно, пойду на топ. Попушу еще немножко. G2 ломает первую вышку Т2, точнее, ну вторую, можно сказать, вышку Т2 на мидлейне. И сейчас будут подступаться к вышкам Т3. Люциан. Не думаю, что встрянет. Стоит еще дракон, но там океанический дракон. Не так важен он сейчас G2, они его и потом могут забрать. Да, G2 пушит. Сейчас сильно очень Т3. Ой, Перкс может умереть. Нет, вынужден Exileh уйти обратно своим дисторшеном, иначе мог бы встрять сильно. Но команда G2 продолжает давить. Кухан Сараки летит. Да, такой прям красивый. Выстрелы от Люциана летят. Похоже на шприц. Похоже на Бронкс. На что? На Бронкс. А что это? Район такой. Ну, Люциан там стреляет с пистолетом, все дела. Да, я понял. Господи. Я просто подумал про Кухан Сараки, просто про него говорили. Сейчас что-то у нас сегодня технического плана не прогружается. Да. Не, вроде вернулось. Так, Перкс выжил. Самое главное, что Перкс выжил, никто не погиб. У меня, знаешь, у меня есть большой опыт. Когда-то давно на русском сервере лагал очень сильно Expect клиент. О, да-да-да, я помню. И у меня был огромный экспириенс комментирования пошаговой Лиги Легенд. Пошаговой Лиги Легенд, с учетом того, что за игру тебе 20 раз надо было перезаходить в клиент. Да-да-да, и ты каждый раз перезаходишь, у тебя новая картинка, так, и начинаешь рассказывать, так, что у нас тут происходит? Времена смуты. Времена смуты, да, я с горечью вспоминаю те времена. Ну, надеемся, что в скором времени наши технические проблемы исчезнут, и мы продолжим наблюдать за этим матчем. Матч все-таки достаточно интересный, и пока что G2 и Unicorns of Love нам очень ровную игру демонстрируют, что самое важное. Да, и хочется отметить, что я не думаю, что многие ожидали, что именно это противостояние будет настолько плотным, потому что G2 выглядели как фавориты, G2 выглядели как команда, которая должна без проблем проходить в гранд-финал, но не тут-то было. Юникорны показывают, насколько они вообще... Ну и на Splyce многие не ставили то, что они обыграют H2K, но тем не менее со счетом 3-2 они свою BO5 серию смогли лучше провести. Да. И самое важное то, что они достаточно уверенно H2K переигрывали уже последние матчи. То есть четвертую-пятую игру они действительно с H2K играли не то что на равных, а ну, даже с перевесом большим существенным. То ли H2K тилтанули, то ли что-то у них пошло не так. Но тем не менее... Здесь пока что мы не видим такого, чтобы ни Йолы, ни G2, они не растеряны. Да, Йолы, G2. На самом деле, вот, если Йолы выиграют эту BO5 серию, противостояние в гранд-финале будет еще более таким... Гранд-финал Splyce между Unicorns of Love — это точно не то, о чем вообще задумывались все ребята, которые привыкли смотреть европейский ЛКС, потому что где Фнатики, где Оригины? Да. G2, ладно, они прошлый сезон выиграли. Ну да, вот отсутствие Fnatic, отлет их там в четвертьфинале, отсутствие, ну, какую еще команду можно тоже? Ну да, Origin, например, или... Где Origin? В Relegation. Где Fnatic? Fnatic проиграли. Да. Fnatic и в прошлом сплите так-то не смогли в гранд-финале играть. И возвращаемся. Их... Так, подожди, я сейчас посмотрю, что тут происходит. Exileh, лоу хп, так, тут кто-то встрял. Так, Vizicsacsi встрял. Пытается отступить, G2 продолжают давить, Expect здесь потерял свою мегаформу и зашатдаунили все-таки Шена. А до этого умер где-то мув, да, за счет чего вон он сейчас... там валяется, толстяк этот. G2, скорее всего, игру закончить не смогут, а может быть и смогут. Не знаю, ингибитор падает на ботлейне, в сторону G2 одну точно проломили. И в итоге-то все как получается. Вроде как Юолы, файт это они... Там большинство файтов равных они выигрывали, вроде у них все шло неплохо, Vizicsacsi убивал 1 на 1 Экспекта, но снова что-то идет не так. Йолом, мне кажется, вот... Вот сейчас как раз мы посмотрим повтор, Звен здесь слишком агрессивно, наверное, Йолы полетели вперед играть уже по команде, и не хватило вовремя ультимейта от Хулисанга, его просто надо было сделать раньше, потому что в момент мув, когда заинициировал, попал под фокус... пятерых G2, и его просто разуплотнили. Ну и Expect смог выдать хороший ультимейт, который смог застанить Exileh, и тот уже не мог продолжать эту драку. Я тебе больше скажу, это был стан плюс рут от Сараки, потому что там висел Сайленс. Область Сайленса Сараки. Ну, единственное удивительно то, что ЛБ смогла выжить все равно в той драке. Да, и ЛБ просто как-то там отпрыгнула, даже флеш не потратила, и такой смотришь. И... О, интересное противостояние. До 30-й минуты Юол имеют винрейт не самый приятный, когда они играют из отставания. Точно так же, как и G2 практически все игры из преимущества выигрывают. Да, 17-1, они проиграли только одну игру, когда, ну, видимо, выбросили. Не помню этого матча, но был. Ну, надо учитывать команды, которые очень хорошо играют из отставания. Лучшие команды, играющие из отставания, это как раз-таки и сами G2, ну и в первую очередь это Оригены, потому что они все время за счет своих ротаций переигрывают большинство команд не то что в Европе, но и в мире. Да, Оригены этим всегда славились, и мы помним, как на... Ну, даже не только Оригены, а команды, где... Экспеки играл. У него есть свое видение игры, которое, естественно, очень дорогого стоит. Да. Возможно, Экспеки пока что рано на пенсию. Да, как мы видим, на позиции мида он все еще очень востребован. Да, да и на декерри он мне не сказал, что прям был плох. На декерри он отыгрывал средне, наверное, он не выделялся чем-то необычным. То есть он выполнял функцию чистого АД-керри, такого по большей части утилити даже, наверное. То есть в основном Аша, в основном Сивир, кидать стрелы. Ну, да. На Кейтлин играл, по-моему. Кейтлин не всегда заходила у него. То есть в большей части игр на Кейтлин они терпели поражение. Да и Кейтлин тоже своеобразная утилити-роль выполнялась, когда она вот очень часто использовалась, потому что в основном это осады через капканы постоянные и расставление их. Ну, в последнее время, да. То есть Кейтлин уже утратила ту былую... Тот былой стиль, пожалуй. Ульта прошла от Талии. Сейчас очень далеко находится от своей базы. Ему здесь команда, конечно, может помочь. Экспект ульта! Да, Vizicsacsi не смог телепортом уйти отсюда. И боятся все Йолы. Йолы боятся принимать сражение. Там идет телепорт от Лебланки. А Трик-то сбоку может зайти, но явно один в пятерых он не хочет вылетать. У Мити, кстати, появляется уже баньша, поэтому тому же Экзайлу будет намного сложнее его убить. Очень много магического сопротивления, ну и дополнительный пул здоровья. Да. Да. Я так внимательно сидел, смотрел на игру, но там... К сожалению, опять у нас технические неполадки. Снова возвращаемся в матч. 10 тысяч преимущества у G2-то, между прочим. Перца здесь ловят. Это совсем не то, что хотелось бы. Ну, здесь Мити. Но... Мити был неподалеку. Это Сарака, друзья. Пресс R. Но в итоге оба саммонера свои сейчас Перкс потерял. Да, знаешь, эта фраза «жми R, чтобы победить» у Сараки «жми R, чтобы исправить ошибку своего союзника». В этом роде. Такие ошибки сейчас совершать ни в коем случае нельзя, потому что у G2 есть возможности эту игру завершить в свою пользу. 10 тысяч преимущества — это очень и очень много. Да. Ну и Барон. Кстати, в дальнейшем Expect и Trick идут оба в зерот-порталы. Будут раздельное давление создавать с помощью этих самых предметов. Зерот — прекрасный темп, между прочим. Мув подходит. Мешать забирать на Шора. Но здесь тяжеловато. Очень много урона от Экспекта проходит. Он не может все очень плохо для Юникорнов. Сейчас может быть отличный ультимейт от Талии. Vizicsacsi в эпицентре событий. По нему пошел контроль. Впрыгивает Экспект. Дает стан по двоим. Мув практически умер. Экспект сейчас падает в Гардиан Эйнджел. Трик старается вытончить как можно больше урона. По нему бьют. Ой, что происходит? Прямо сейчас Грагас, я вижу, умирает. Идет преследование за Лебланкой. Лебланка падает. Еще Тарик умирает, похоже. Даблкилл. Это туман. Да, это новая обилка, друзья. Грага спустил свою вешку на экраны. Закинул, да, просто брызнул вином у колосса. Бросил. Да, и Шен как ниндзя такой еще пыли подбросил, знаешь, там все вместе полетело и так все. Ну, примерно так, да. Кто-то кого-то убил. Там даблкилл был даже. По-моему, G2 сейчас пойдут заканчивать эту игру, потому что они никого не потеряли по итогам, а вот как минимум 3 юолов они наказали. А это означает то, что с открытой стороной они могут закончить и завершить эту игру. Юолы проиграли на спайде, потому что кидали скиллы не в G2, а в нас. Представь, если бы они сами так играли, там просто в какой-то момент ничего не видишь. Под постоянным ультимейтом Ноктюрна практически. Да-да-да, и Грейвс там сразу вместе все. Неплохо. А представляешь, был бы чемпион... Ты знаешь, как есть одни пиксели, вроде как, ну, хитбоксы, и там после Макдака их просто располнили. Разлетаются облаки повсюду. Да, я еще представляю сразу... Да, я уже забыл даже. Настолько смешно, что я забыл фразу, которую хотел сказать. Потому что я еще... я вспомнил, что я хотел сказать. Про пьяного мастера. Я сразу представил чемпиона. Пьяный мастер, который вкидает в тебя какой-нибудь там, не знаю, стакан с пылом, и у тебя вместо того, чтобы экран темнел, у тебя вот так он расплывается. Ну что ж, друзья, мы возвращаемся в игру. Шутки в сторону. Новый реворк Грагаса инками. Да. А, видимо, не так-то много Йолов и попадало. 10 тысяч. Преимущество так и сохраняется в пользу G2. Да, умер, по-моему, один Грагас. А, нет, нет, там был даблкил Талии, и, по-моему... Нет, это просто момент отмотали нам назад. Вот оно что. И забирается на шор. И сейчас мы как раз-таки увидим все без того самого тумана. Здесь мув переоценил свои возможности, потому что он слишком много урона пытался вытанковать от одного лишь экспекта. Да, ну и по Vizicsacsi здесь играли, но очень хорошо он танковал. Дальше экспект вот здесь сделал очень хороший врыв, дал стан, но при этом сам упал Guardian Angel. Трик при этом танковал очень-очень долго. Ну и, естественно, дальше ему удалось развернуть и подкинуть двух игроков, двух танков как раз-таки команды Unicorns of Love. Упала LeBlanc, минус Taric, вот он тот самый даблкил Талии. И дальше Vizicsacsi, возможно, умрет от рук экспекта. И Veritas развернулся попытаться... На характере. И в итоге эйс от команды G2, 5-0, да, и все-таки эта игра, как мы и предполагали, заканчивается в пользу G2. Да, в Т4 вышка вторая падает, и тут слишком большие дестаймеры. Еще зерот-порталы очень полезные сейчас устанавливаются, который помогает G2 завершить эту игру в свою пользу. Поздравляем G2, им у них сейчас получается матчпоинт. Две игры подряд, если в следующей им не повернется удача. Да, не отвернется от них. Не отвернется от них, да, скорее. В сторону единорогов любви. Ну, кто знает. Но в любом случае, этот матч был достаточно интересен тем, что, во-первых, работа над драфтами была проведена, то есть уже видно, что не дали Кассадина, не дали возможности Йолам выиграть за счет вот этого драфта хорошего, как было во втором матче. И на классе, на вот этой более уверенной макроигре, даже несмотря на то, что Йолы и в тимфайтах себя хорошо ощущали, и периодически брали преимущество, тем не менее вот этот опыт, вот эта качественная макро от G2 и грамотная расстановка сил все-таки привела G2 к победе. Здесь есть несколько моментов, то что пока что Трик полностью переигрывает мува. Трик вообще практически не совершает ошибок в командных сражениях. Он все время там, где он нужен в ранней стадии игры. Поэтому Трик здесь сейчас очень много работы выполняет. Самое главное, он знает, когда надо взять одну итемизацию, когда надо взять другую, и как с этим правильно отыграть. Мув же не всегда хорошо исполняет именно Грагаса, потому что вот те дайвы с Тариком, которые они могут проводить, которые они пытались проводить в прошлой игре, которые они пытались проводить в этой, никогда не удаются им в плюс. Ну, именно... Вот эти самые первые дайвы, когда их могут за это наказать. За счет чего, конечно же, пока что Юолы страдают, и они не могут захватить такое большое преимущество в ранней стадии игры. Но в этой игре, как минимум, Exileh очень хорошо реализовал свой ЛБ на роумах до 20-й минуты, но потом уже в командных сражениях не всегда у него получалось своего чемпиона уже на полную реализовать. Тем более в тот момент, когда Сарака получает баншу, когда у нее есть определенные уровни, ее ваншотнуть просто физически невозможно, если только оба кэри на нее не набросятся и не убьют. Но Сарака, кстати, по хп, особенно если она собирает баншу, у нее еще и сейдстоун, который дает и красный сейдстоун. Ну и не стоит забывать то, что желтый голдерок теперь тоже и армор еще дает. И достаточно много, поэтому Сарака с баншой и с желтым голдерком и сейдстоуном — это достаточно затанкованный такой персонажик выходит. Да, и убить Сараку очень сложно, тем более, опять же, талисман Фаскеншн, его активная составляющая, дополнительный мувспид, который для Сараки жизненно важен, и порой очень сложно заинициировать в нее. И в целом, конечно, команда G2 показала очень хорошую реализацию. По поводу Лебланки хотелось бы отметить последний момент, что ЛБ получила преимущество и реализовала его не за счет какой-то прям победы на мидлейне, а за счет вот этих ромов, про которые ты как раз говорил, что Shen смог получить преимуство над Гнаром. В итоге... то есть Гнар здесь не был настолько полезен, как он был до этого. Он не продавливал Шена до определенного момента, но потом вот за счет драки, где даблкил смог получить и экспект, и еще и ассист для себя, вот та драка, конечно, наверное, сильно повлияло в пользу G2. Но потом все равно, по-моему, экспект еще один раз умер от Шена 1 на 1. Потом умер, да. Ну что ж, дорогие дамы и господа, мы уходим на небольшой перерыв, после которого вернемся с следующей, уже, получается, 4-й игрой, матчпоинтом для команды G2. И это европейский LCS полуфинал. Никуда не переключайтесь.